Продажа монет Ultimate Team на все платформы у наших партнеров FIFA Group. Ссылки на них в описании. И при покупке не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Всем привет, чуваки, с вами PandaFX. Мы продолжаем One Up за Надира Чивчи. Наша команда уже золотая, но нрарная. И нам осталось лишь поменять 4 игроков. Так что, собственно, я готов. Погнали. Фил FIFA. И это у нас какое-то дерьмо непонятное. Ну что, погнали, посмотрим, что получится из этого матча. Я надеюсь, то, что все пройдет у нас хорошо. Поехали. Ага, он просто ливнул. Он понял то, что шансов нет. Окей, хорошо. Сыграно 100, это у нас ББА. О, какое охуительное начало. Я уже чувствую прям, как мои игроки настроены. Надир Чивчи. Ух, какой уход получился. Еще один ложный замах. Еще один ложный замах. Блять, надо что-то делать уже. Надир Чивчи. Нет, я что-то как-то перемудрил здесь немножко. Надо было по-другому действовать. Ох, как пятками он классно играет. Продолжай в том же духе, парень, и у тебя обязательно будет шанс. Но Чивчи повалили, блядь. Или я кого-то повалил. А его никто держать не должен случайно? Коху его все отпустили-то? Ой, ну все, начинается. Начинается эта хуйня. Ух, грин! Охренеть, грин, что сейчас сделал. Нихуя, вот это кульбит я сейчас сделал. Ну опять, я повторяюсь. То, что ничего не говорит судья. Ему абсолютно похуй, что со мной там делают. Поэтому мне лучше удержаться в следующий раз на ногах. Чивчи. Ну вы поняли, короче. Так, неплохо. Неплохо. Неплохо, Надир Чивчи, ну, гол. Отлично, 1-0. Хоть немножко дебильный какой-то гол получился. Ну ладно, хорошо. Главное, мы забили. Так, Бинат будет нам штрафной бить. Удар! Ни хрена себе! Вот это удар был сейчас у Бината. Практически залетело. Но он знал, да, что можно закрутить и закручивать. Да, нас зажал соперник пока что. Сделать ничего не могу, к сожалению. И надо бы уже отбиваться. Ну, Аршавин, конечно же, не догонит. Хотя догнал. Посмотрите, маленький Аршавин. Каким-то хером еще умудрился оттолкнуть. Вратарь, не выходи, вратарь, стой на месте. Пока Стивен, хороший пас. Дальше на Чивчи, Чивчи. Ну, давай. Нет, не получилось, на добивании. Ну, там, да, там встал уже. О, заебись, заебись, блядь. Опять пенальти. Как же настоебенили, я не могу бороться в этой игре. Ты начинаешь бороться, все, пизда. Сразу штрафной, точнее пенальти. И хорошо, пенальти, так пенальти. Вариантов у нас других нет, кроме как отбивать. Я думаю, он ударит вправо. Большинство игроков. Давай, вправо. Вправо! Ебать, как я угадал. Так, заброс. Ни хрена какой заброс прошел. Да ну нахуй. Перекладина. Да, что-то соперник отскакивает пока что. Точнее, я отскакиваю от моего соперника. Так, Андрей Аршавин. Шавин, неплохо. Блин, 9 номер ему не идет. Нужно 23 потом поставить. Неплохо. 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 Ну, голкипер нового поколения. И счет у нас становится 2-0. Надир Чивчи сбивает на 58 минуте. Ну да, возможно, несправедливо. Отчасти. Все-таки у соперника было много моментов. Он не сбивал. Ну окей. Так, ну это уже говорит о том, что он поплыл. Ну да, там, конечно же, ничего не было. Я уже привык, когда меня валят, то что судьи абсолютно похуй, так что я уже ничему не удивляюсь. Рабоной! Подача! Ну, на кого я вешал, блять, на Минеза? Чивчи почему-то сзади остался у нас. Ой-ой-ой, заброс проходит, удар! И Грин. Чудесным образом тащит у нас снова. Наверное, игрок матча будет у нас Грин, если все так и закончится. Ой-ой-ой-ой-ой! Фуф, снова соперник не забивает. Так, по флангу. Передача, вноси. Спокойно, спокойно. 86-я минута, осталось всего лишь дотерпеть до конца. И все. Ну вот почему Чивчи стоит в центре поля? Ты где вообще, блядь? Вот ты где, ну... Вот ленивое хуйло, я просто охуеваю с него. Пеналь! Да, пенальти. Отлично. Сейчас возможность есть забить еще один мяч Надиром Чивчи. Влево ударю, пожалуй. Да, Чивчи забивает. И мы меняем трех игроков. И это, несомненно, не может не радовать.
все, заканчивается у нас матч. Счет 3-0. Не по игре абсолютно, я соглашусь. Посмотрите на верх и конец. 9,3 у Грина, 9,3 у Чивчи. Такое редко я видел, чтобы одна и та же оценка была у нападающего и у вратаря. Чивчи забил 3 мяча. А сейвов Грин... 11 сейвов сделал Грин. Посмотрите на статистику. У меня 5 ударов у соперника, 6 и 10 в створ. Ну, у нас владение было получше, но моментов у него было побольше все-таки. Но, в любом случае, я рад, что я победил. Итак, мы забили 3 мяча, сразу меняем 3 игроков. И первым будет у нас Чарли Малгрю, который за 10 игр сделал 2 ассиста. В принципе, мне этот парень нравился, ничего хреново про него сказать не могу. Был отличным крепким опорником. И вместо него выйдет у нас Топал. Вот такой вот парень. 80 защита, 81 физика, 70 скорость, 70 передачи и плюс варкрейты средний-высокий. Я думаю, этот парень должен тащить. Дальше мы меняем Виктора Файзулина, который, честно сказать, ну, оставался в тени как-то лично для меня. За 11 игр он сделал всего лишь один ассист и ничего хорошего про него сказать не могу. Вместо него выйдет у нас Патук, Алпер Патук. 83 скорость, 72 передачи, 82 дриблинг. Это то, что мне нужно. Ну и меняем Александра Бютнера, который мне очень сильно понравился. Вот этот парень реально очень классно тащил. И вместо Бютнера у нас выйдет Кришита. И таким образом у нас практически уже получается вся золотая команда. Осталось поменять единственного игрока, это Макая Стивена. И у нас будет полностью золотой нерарный гибрид. Так, это АПЛ у нас будет, окей. Большинство бельгийцев у нас получаются, ну, по крайней мере, в глаза не сильно бросаются. Джека Информ, блять, крепкая, сильная команда, и вот против нее мне будет играть очень тяжело, я прям таки чувствую. Заебись! Меня выкинуло из ПЭСа. Охуительно. Бля, хоть бы не засчитали поражение, ёб твою мать, я уже там почти в финале был. Это была последняя стадия. Заебись, блядь. Кажется, вы вышли из последнего матча. Блядь, сука, самое ключевое слово это то, что вам кажется. Мистер Уитусуэ. Мистер Уит. Короче, вы поняли. Понятно. Ройс, Робен, Гюндаган, Швайнштагер, Гёце, Хюмельс, Алаба, Буатенг, Нойер. Короче, топовая. Топовая Бундеслига. Ну, конечно, справа еще пищик поставить. Ну, короче, мне пиздец. Делаем ставки. С каким разгромом закончится этот матч. Так, пас на Робена. Но уже хорошо, мы уже остановили Робена. Это дает нам какие-то надежды. О, заебись, блядь. Мои игроки друг другу мешают. Начинается, блядь. Это вечная проблема моя. Так, неплохо. Аршавин. Аршавин, давай на финте. Отлично, Аршавин. Аршавин. На Чивчи, Чивчи. 1-0, нихрена себе. Охренеть, Нойеру Чивчи забил. С подачи Аршавина, чуваки. Ебать, я такого вообще не ожидал. Посмотрите, на финте Аршавин. Пас. И вот это гол. Чуваки, я такого не ожидал. Я хочу посмотреть повтор. Я, конечно, извиняюсь перед соперником, но такое я не каждый день забиваю. О, понятно. Робен выходит 1-1 и попадает в моего защитника, к счастью. Заброс на Хунтулара. Хунтулара. О, нет, о, нет. Нет, 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 нет. Спокойно. Так, Чивчи, ух, Чивчи, лонгшот, давайте попробуем. Ах, ну там уже нарушение было. Ой-ой-ой, передача ужасная, чуваки, мы летим, он бежит на скорости, я догнать не могу. Ох, подача, выносим, нет! Грин тащит, блядь, чуваки, он охуительный, просто подача. Вынос, чуваки! Фух. Чивчи, неплохо. Ну, меня там затолкали, конечно, мог бы и свистнуть судья, если что так. Я нервничаю, это главная проблема на данный момент. Против такой Тимы играть очень-очень тревожно. Так, пас на Аршавина. Или на кого? Бля, боже мой, почему такой ужасный пас? И, бля, такой провал, такой привоз сейчас может быть, чуваки. Такой привоз сейчас может быть. Робен побежит, это все, это пиздец, чуваки. К счастью, он дает пас. Но... Спокойствие, все, я спокоен, чуваки, все, я спокоен абсолютно, но это пиздеж, я сам себя обманываю. Чивчи, давай, Чивчи, беги. А-ха-ха, Нойер, что творит? Чуваки, Нойер, что сделал? Ёб твою мать, Нойер, нате за это. Охренеть, вот это Нойер, вот это голкиперы нового поколения, я просто охуел. Посмотрите на это. Зачем? Ой, блядь, чувак, я не знаю, ты, конечно, сейчас
на НФА хуй там сидишь. Еще один гол Нойеру! Три гола отгрузили уже. Похрен, что такой-то поток забил. Но сам факт того, что мы такую команду за миллион миллиардов обыгрываем, и он ливает. О боже мой, чуваки, это пиздец. Мы довели соперника. Наш дешевый грин за 350 монет стоял как бог. А Нойер 5,5. Вот, пожалуйста, вам активная реклама Мануэля Нойера и его игры. Я, короче, сейчас подсчитал, примерно эти игроки стоили лям 600-2 миллиона. То есть мы примерно команду за 2 миллиона обыграли вот этими вот бичами, которые абсолютный квиксел стоят. Ну, не считая Надира Чивчи, он там 1010 стоит. Охренеть. Давайте посмотрим, какие голы мы забили. Андрей Аршавин на финте раз ушел. И великолепный пас на Чивчи, который в одно касание просто шедевральным образом вносит в ворота. Но, блядь, Нойер это просто пиздец. Ну, как он здесь? Ну, рейтинг 90, чуваки, рейтинг 90. А еще яркий пример этого рейтинга 90, это вот это вот. Вот это вообще пиздец. Ну что делать, ну почему? Почему такие тупые извращенцы тут на воротах постоянно стоят? Ну и, собственно, здесь гол Патука за бросика. Я, конечно, мог этого и не делать. Возможно, соперник бы тогда и не ливнул, но что сделано, то сделано. Опять же, здесь Нойер играет просто отвратительно. Ну и, собственно, меняем последнего серебряного игрока в нашем составе. Это Гарри Макай Стивен. Он, в принципе, мне понравился, но пасы и удары у него, конечно, так себе. В дриблинге этот парень охерительный, бегает великолепно, но, опять же, повторю, пасы — это, конечно, его главная беда. И вместо него выйдет у нас Озьякуб. Вот такой вот паренек у нас выйдет. И у нас полностью рабочий гибрид уже становится из золотых пацанов. Ну и, собственно, в следующем выпуске я сменю одного игрока на рарного. Просто на данный момент я не знаю, в какую степь я пойду, какой гибрид буду я делать. Так что все. А с вами был PandaFX. У меня великолепное настроение. Сейчас пойду монтировать этот видос. И все. Всем пока. Ах да, еще не забудьте, пожалуйста, лайк поставить. Я думаю, этот выпуск точно заслужил этот войс. Аршавин заслужил лейс. И да, чуваки, в конце я вас хотел попросить помощи в одной движухе. В общем, моя партнерская программа организовала, так скажем, свой топ лучших каналов уходящего года. И сейчас на сайте идет номинация. И вы можете отдать за меня свой голос в разделе «Игры от 50 до 100 тысяч подписчиков». Мой канал называется DryShevo, но я думаю, по значку вы поймете. Никого, в принципе, не принуждаю. Просто приятно было бы занять первое место. Всем заранее спасибо. Всем привет, чуваки, с вами PandaFX, и сегодня у нас в PSN интересное предложение поступило про Evolution 2015 за 1499 рублей, а для подписчиков PS Plus 1199 рублей. У меня есть деньги, я, в принципе, могу себе это позволить. Возможно, я сделаю самую большую ошибку в своей жизни и потрачу косарь просто впустую.